Алексей, ты зачем нас Алексей, позвал, чтобы самим кровь нет, брать или что? отставить, Родин, отставить, подождите. Сейчас, да. Родин, давай в Так, этот кабинет вставай. Даня Linux. В кабинет зайди, Родин. Родин, в Linux. кабинет зайди. Так, точно. Все, ждите здесь. Даня, будешь со мной здесь сидеть. Здесь. Да, вот Вставай, правильно. следи, Даня, встань чтобы на они входе. нормально были. Даня, встань на входе. Да, уйди, Даня. Так. Так, Все заходите. плохо, блядь. Куда можно? Сюда. Здравия желаю, военный. Здравия желаю. Смотрите, как мы будем работать? Сейчас я возьму у вас кровь, и мы изучим анализы. Вот сюда. Первый кабинет. Давайте так, быстрее. Первый, мне первый. Даня, сейчас, секунду. Даня, иди сюда. Пизда пальцем. Так, ко мне тоже заводите. Артур, ко мне заводите еще одного. Желаю здравия. Большая кровь так, не дам, бери, я Даня, только мочу кровь. И это, и кал буду Так, давать, вы сейчас я потерпите чуть не немного. Сдох, блядь, как вы меня прокалывали, вы какой-то непрофессионал. А меня уже так, Даня, неси сюда. Анализы. Вот этот вот, он только немножко странный, ты проверьте его еще на наркотики. У меня с наркотиками ага. Все нормально. А, мы это у него понимали, поведение что очень все хорошо. Странное. Ну, у него все нормально с наркотиками. Так, ладно. Как вас зовут, боец? Все, я могу быть свободен, да? Меня зовут Георгий Колхун. Хорошо. Таня, да, так, сейчас я возьму кровь. Так, подожди маленько сейчас. Вам дать пробирку? Так, здравия желаю, военнослужащий. Сейчас мы у вас возьмем кровь для анализов. Всего меня лишь только что хорошо. Ее взяли. Ну и ж, у вас уже брали кровь? Да. Кто у вас кровь брал? Вот, молодой человек слева с кабинета. Тогда зачем сюда зашли? А, то есть мне взяли кровь, я могу быть свободен. Так. Ну, строитесь там где-то, я не знаю. Все, окей. Стоп, я не желаю, я могу уходить. Так, а... Так, стеночки, да стеночки. Мне ничего не надо, блядь, как бык, блядь. Вот сюда, стеночки. Как? Что? Вакцина. Вакцинация. Так, стоп. Берем сейчас. Так, где все? А, Костя. Так, Костя. Уважаемый военнослужащий. Пройдемте за мной. Подожди, Даня, подожди. Подождите, уважаемый военнослужащий, сейчас. Связываем. Давайте продолжим. Может, у вас аппарат кощекнул, пошлите еще проверим, но я вроде это в жопу не долбился. Нет, надо проверить, пошлите. Уважаемый военнослужащий, так, Алексей, возьмите веревку. Меня сахар в крови из-за этого такое. Пошлите еще раз, чтобы он не дергался. Товарищ главный врач. Товарищ главный врач, Костя, куда те, кто СПИДа болеют? Сюда пойдите, кто СПИДа болеет. СПИД должен их на улице? Чё, пацаны? Куда? Сюда? Ёбаный рот. Сюда. Сейчас я лечу на Борного. Стоп, заснул. Вы так, чё? Уважаемый военнослужащий, за мной. Так, сейчас, теперь... Я же говорю, у меня в так, крови... Так, скаливаем на Борного, чтоб он уснул. Кинул. Ну посмотрим, там разберемся. Товарищ полковник, что это хорошо. За дела? Меня к кровати привязали, алло! Ха-ха-ха. Меня к кровати привязали, это вообще нормально? Так, а чё, зачем? Снотворное, колите. Ложитесь пока. Ваш на боец койку. Не хочет лечиться, у него СПИД, а он отказывается.
У вас аппарат, проверьте еще раз. Вот, ожидайте пока. Родин, он не хочет лечиться, он хочет справку от рода нетрудоспособности. Тебе надо отрезать этот червячок твой, чтоб ты не заразил никого. Костя, ты вот этого в спид проверь. Так. Забирай их обоих. Никита Лачугин или давай, Илья, вкали ему снотворного. Так точно. Молодцы, молодцы. Сейчас будем бить, делать? Костя, позовите Гирю. Гирю позовите. Подождите. А, вкали его в спида. За мной, за мной. Сейчас проверим вас на спид. Так, Данил, кровь у них. Сейчас потерпите. Если он чем-то стреляет, с вас спрос будет. У меня уже взяли кровь. Так. Даня, сюда пробежи, неси. Так, сейчас один ведет ему сыворотку. Да. Никак нет. Так, а у вас что случилось? У вас обнаружили что-то? Да. Мы можем пока проверить, когда у меня уважаемый крови детроксина кинул. Есть такой спид? Линик. Так, Линик. Нет. Линик, иди сюда. Что? Линик. Это болезнь. Они... Забери вот этого... Да, но он может пройти. Да, но вы-то, однако, кровь берете. Так. Да что она под славу? Дэвид, вот еще один. Даня, бери кровь. Я в шоке. Дэвид, забирай его. Хорошо, хорошо. Ай! Давай, Артём, иди сюда. Так, ложитесь на кровать, Ты чё? Чё здесь делаешь? А, ну как? Бля, чё? Кто взял? Я ещё рукав не смог закатать, вы меня так сразу похерачили, да? Ой, хорошо, хорошо, доктор. Клаш, он закатанный. Я в шоке. Надеюсь, там ничего не будет. Я зараза не боюсь. Сейчас я проверю кровь. Кровь сейчас проверю. Так, уважаемые военнослужащие, давайте. Товарищ полковник, что за подстава? Товарищ главный врач, я у троих человек нашел СПИД. У троих человек СПИД нашел. У всех, кто у меня проверялись. Мы все долбимся. Хорошо. Так. Можете идти. Георгий. Я свободен? Да-да, у вас ничего нет. А может обнаружите? Кровать, ложитесь. Никак нет. Так, ложитесь на кровать. Это такая подстава, пацаны. Я в шоке. Да что, подстава? Правильно, правильно говорили, 5 пачек нету. Сука, ладно, я не спидозно. Так это ж нормально. Я могу идти, да? Типа, даже вы не использовали по назначению. Все. Вакцину из колонки. Спидозники, надевайте маску. Хорошо, хорошо, доктор. Даня, спасибо встань вам. На входе, Даня, встань на входе. Да, да, я ещё... Здоров как так, бык. Начинаем лечить следующих всех бойцов. Так, начинайте других принимать. Можно меня тот пусть подойти? Отдыхает. Он, ну, видимо, хорошо, хорошо, давайте, так, доктор. Подождите, уважаемые военнослужащие. Но он ещё проверяет. Ну, я так понял, ну, подождите. А, он привязан. Будет... Вы проверяли? Да, я его не отвязывал. Я ему вколол, потому что по ней держал. Пройдемте за мной. За мной пройдемте. Так, непонятно. Ну пусть его там развяжем. Заходите.